Ну вот, дорогие друзья, мы поднялись на последний уровень, на который можно подниматься на эскалаторе. Дальше, я так понимаю, придется идти пешком. Здесь, опять же, мы наблюдаем квеври, которые выпускают воду. Ну и тут уже непосредственно изображение самого бомжа, который принимает здесь ванну. Вот он плывет куда-то далеко. Вот. Вот его подружка Тортилла, Жак Ив Кусто, в тот период, когда он был бомжом. И, ну, в общем, опять квеври, которые льют воду. Здесь очень интересные находится, как это сказать, фонтан, посвященный прыгунам в воду. Это различные, как бы, позы, в которых они входят в воду. Вот. Очень похоже на меня по утрам, когда я встаю с кровати. Вот. В принципе, точно так же спадаю с ними вниз на пол. Вот такие достопримечательности. Я все-таки попробую подняться еще выше пешком. Я вижу, там все загорожено какой-то железной проволокой. Но я все-таки попытаюсь туда пройти. Вот.